Уважение ветеранам – долг подрастающего поколения. Ветеран Великой Отечественной войны Муталиб Ережебаев и ветеран тыла Тынышбала Ногирбекова встретились с молодежью. Фронтовику, который сражался за родину с врагом, сейчас 96 лет. Он ушел на фронт в 1944 году в возрасте 17 лет. Ветеран не скрывает, что в годы войны, наполненные болью, нанесли неизгладимую рану в сердце любого фронтовика. С каждым годом все меньше среди нас ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому наша задача – встретиться с ними, услышать их истории о подвигах и передавать их из поколения в поколение, говорят школьники. Мы считаем, что наша сегодняшняя встреча прошла на очень высоком уровне. Мы получили урок для себя. В целом было рассказано о том, что через какие трудности прошли ветераны войны в те годы, как они боролись за мирную жизнь. Они рассказали свою историю войны. Мы благодарны им за то, что живем в мирное время.